сидим на вокзале. Выезжаем. Козу, кури, попугаи просто так отдали. Просто подарили. Мы доброе дело сделали. Да. Вот так вот. Решение приняли уже, наверное, вчера вечером, что мы уедем. Не знали, что именно сегодня. Я думала, еще может завтра, пока всех раздам. А когда ночью не поспали, после стольких дней, я поняла, что надо бежать. Вот такой ломкий поводок придумали, потому что нет у нас ничего. Это все спонтанно, вон поберем с собой. Только не смейтесь. Можно я? Сниму нас Тоньку на память, как едем, да, в поезде? Yes. Сонные. Проходим. Сидим уже во Львове. Не знаем, куда дальше. Делали фотографии. Сниму немножко город Львов. Нам приходится с трудом выбираться из него. Красивый город. Сегодня мы пересекли границу Польши. Мы сейчас находимся возле границы. Нам бесплатно раздали кушать. Дают чай. Все, что хочешь покушать, здесь все есть для людей. Мы, короче, подошли, хотели купить. Такие все добрые. Вкусняшки. Она предложила бесплатно. Там все такие добрые. Все бесплатно. Тут раздают все, что нужно, все дают. Чай, кофе, конфеты, мандарины. В общем, люди все такие вот позитивные, настолько добрые, улыбка на лице. В общем, очень так неожиданно. Но мы не знаем, конечно, куда нам сейчас, потому что мы беженцы. Беженцы, статус беженца, я не знаю, надо получать, наверное, в полиции. Мы будем получать. Боже, люди такие доброжелательные. Насте нравится тут, да? Можно, конечно, отсюда уезжать в любую страну. Но Насте с Полей тут понравилось. Они говорят, что тут все добрые, хотим тут жить. Я бы могла бы в Германию, в принципе, отсюда Поля поехать. Поля, подошли поход к кольцу. К нам с вами подошли поход к кольцу. Лунка с нами. Лунка с нами. Лунтик. И Лунтик тоже прошел границу. В общем, мы с сумками, которые уже... Вот-вот рвутся у нас. Вот. Толпа, конечно, неимоверная. В общем, здесь такая вот есть, как точечка секонд-хенд, гуманитарка. Все новое. Ну, просто как типа секонда у нас привычно, да, было в Украине. Вот. А это бесплатно раздает. Я взяла 3 пары теплых носков. Вот, такие, чтобы ходить, где мы там будем. Кто знает, носков у нас нет. Журнальчик. Бесплатно еду раздают. И раздают. И для собак, пожалуйста. Палочки. В общем, еда конкретная тут. Палочки. Очень-очень вот интересно. Тут. Неожиданно люди подбирают там, что им нужно из вещей. Потому что кто беженец, он не все вещи с собой брал. Как мы 2 пакетика, и все. И бежали просто так вот, что... У нас, кстати, ни зубных щеток нет с собой. Надо, говорят, то тоже раздают все бесплатно. А, у меня есть. Кстати, не взяла. Вот, короче, я взяла пачку палочек, и нам еще дали чай. И что-то еще дали, да? А я зато он какие носки хорошие тут нашла. Спасибо вам большое. Спасибо. Дякую. Представляете, как вы свои ручки, спасибо. Это мой город, моя страна. Поддерживает Украину. Если надо будет больше, вы... Не-не, спасибо. Это тоже будет такая новость с нашей стороны. Спасибо огромное. Мы очень благодарны. Спасибо. Ой-ой-ой, давай. Я сейчас я сниму свои поломанные очки. Это Дэвид, который нас выручил очень сильно. Вот, мы в чужом городе, нам некуда деться. В чужой стране. Мы как беженцы, получается. И он заплатил за гостиницу очень много собакой. Страна, да, страна. Америка заплатила
Наверное, с собакой будет около 1000 долларов. Если собак, ну, я не знаю, я не сумму не знаю, но очень важно. Много. Вот. Нас накормили бесплатно. Напоили, накормили бесплатно. С собой много еды еще дали. Полные вон сумки, пакеты. Господи, спасибо. Спасибо огромное. У меня просто нет слов. Себя не показываю, потому что я от дороги, я вообще выгляжу очень плохо. У меня такие синяки под глазами. Спасибо Дэвиду, спасибо его стране, спасибо всем добрым людям, которые попались на нашем пути. Сейчас мы будем отдыхать в гостинице 10 дней. А там дальше не знаю, куда. Куда нам. Так, ну все. Будем тогда переходить. Не можем мы. Да нет, оно должно зеленым гореть. Ну, логично. Вообще не понимаю. Что на лифте сели, нас вниз на сауну. А если это не наша дверь? Да нет. Да. Такие вот у нас тут хоромы. Я, короче, разумеюсь. Здесь у меня зеркальце. Кстати, это... у нас туда что ли отдохнем. Идемте, покажу. Короче. Ой. В общем, ребяточки. Здесь у нас душ есть. Вот так полотенечко, да видите? У нас полотенечко, тут вот так вот. Потом полотенечко. Вот тут у нас трон. Смывальник. Две туалетных бумаги здесь находят. Вот, видите, мыло. Опять где-то? Так, все. Короче, дальше. У нас тут еще много полотенечек. Вот еще два и еще одна. Вот это 10 дней на наши слезы. Смотрите, конечно, такие были, что это большие будем молодец. Отходить. Тут какой-то подарочек. Так, открываем. Что это? Шампунь, наверное, у нас. Это фен. Фен для волос. А тут шампунь есть. А тут есть шампунь для Настюш, по-моему, вот это все. Ого. Так вот такая у нас тут штука. Вот сюда. Что-то чистенько, красиво, конечно, что вообще молодцы. Вот это душик. Мне интересно. Ну, тут положи на место. Здесь мыло. Мыло, у нас тоже есть с собой мыло. Зачем? Не, ну мало ли. Лежаночка для собачки. Здесь у нас салфетки еще есть. О, две миски. Телевизор. Все, только включай. Телевизор не будем, наверное, смотреть. Сейчас, подожди. Да. Сейчас будет у нас лодка. Уна, не надо на кроватке это ложиться. У тебя есть? О, а мы с мамой тут будем, у да? тебя есть. Ну да. Мы тут будем. Красиво. Картина такая. Вот так, ребята, Поля кажет. А стой, не надо. Надо помыться. Потому что после дороги такие грязные. Стой, я первая моюсь. Можно я? Можно я? Все, не кричи, Настусь, тут же это. Ты... Короче, там люди могут же... быть. Стой, там шкаф надо забыли кричать. Показать. Ну, тут для одежды. Даже ой, утюг, утюг есть. Так, гладильная доска, вешалки. Короче, красиво. Видите, это... На этой штучке можно спать. А чайника нету? Чай попить? Так хочется чая горячего. Не-а. Нету тут. Подожди. Тут у нас есть 15.05 показывает. Хорошо, нравится нам, конечно. Я еще пока в шоковом состоянии, потому что я, конечно, не ожидала, что есть такие люди, которые могут... Тут сейф и чайник. Не, ну сейф нам не надо. Мама, тут сейф, чайник есть? Настусечка, не кричи, я тебя очень прошу. Мам, ты как раз хотела чай, вот тут и чайные пакетики, чай, вот чайник, тут чай. Чай есть. Ложечки. И водичка есть чисто, можно, можно попить чаю, то, что я сейчас и сделаю. Ой, да, нам оплатили 10 дней, я вообще никогда не шла в такой, да. Конечно, шикарной обстановке в плане отелей. Вот. О, вот тут у меня мыло. Боже, благодарим от всей души. Дэвида, жену его, Танечку, по-моему. О, мама, у нас холодильник есть. Вот, и двое деток. Мама, у нас холодильник. Они занимаются, ну, как бы, люди, которые помогают. Люди, которые помогают людям, которые оказываются в очень трудной ситуации. Да, и на дорогу нам тоже оставили деньги, вот так, чтобы мы не бедствовали. Даже не знаю, не считала.
Очень большое огромное спасибо. Оставили вот это ключ от дома у меня. И тут еще. Так, даже не знаю. Мешок, Фанатик. Кошок. Денег оставили, боже. Зачем он столько нам денег много оставил? Я сейчас буду просто... Смотрите, ребята, ой, крутые. $200. Ребят, просто... 200 злотых. Я просто показываю людям, что настолько есть люди добрые, которые никогда не оставят вас в беде. Я просто... У меня нет слов. У меня нет слов. Это люди, которые сняли на 10 дней нам такой шикарный отель и плюс дали нам просто очень много денег. Спасибо им огромное, Господи. Благослови всех людей, которые помогают людям, которые оказываются в таком тяжелом положении. Спасибо большое от всей души. Меня сейчас после стольких невысыпаний я не могу так выразить свои эмоции, но я действительно реально настолько благодарна. Я буду очень много раз еще повторять. Я надеюсь, что... Кстати, ребята, вы в курсе, что Дэйв у нас тут есть жена, сауна? Если я правильно называю, они увидят мое видео и будут знать, что я очень-очень благодарна за то, что они сделали для моих деток. И меня, и собачки Бунки. Бунка тоже, кстати, очень такая счастлива. Девчонки бегают, я еще только-только снимаю для вас видео. И не могу еще разложить Бунки. Да, надо покормить, попить чаю, собачку Бунку покормить. И покупаться. Покупаться.